Bro! 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 Bro, bro! Да. Ну полный комплект. Не, ну мы втроем были, там тетка вышла еще до границы, а так полный какой. Батас. Что, смотришь нам? Конечно смотрю. Так они походу ждали, ну там 5 человек. Да не, мы разбили больше, мы на самолете. Ну да, мы все равно ждут же. Все, спасибо, спасибо. Всего фарту мазь. Можно будет, да? Пока такая возможность есть, да. По факту, наличные микрофончики ваши четвертые. Мне в конфеты не кидайте, пожалуйста. А что за группа? У меня привычка армейская. Гадь. Платы наличные? Да, давайте. Наличные микрофончики? Наличные микрофончики. 30. Все, я понял, спасибо. Так. Ну что, как договоримся тогда? Мы что, не прощаемся, друг? Да, да, да. Тогда что, мы в часиков 7-8 наберем. Может, эти взять надо номера? Ну, вообще. А, да, если можно. Да, один хотя бы. Все, добро. Все, не прощаемся. Все, хорошо? Давай, спасибо, да, что подъехал. Да, да, да. Не, я его сюда вставлю, да и все. Ну, какая разница, у меня все эти самые вайбер, все зарегистрировано. Главное, чтобы быть на сотовой связи нормально. Хорошо, тогда насколько? Давай до 8 часов наберем тебя обязательно. Все, спасибо, что встретил. От души себе. До встречи. Давай, давай. Второй этаж, мы вся. Стоп, второй, да, или 105. Хата какая? Сам ты хата, а? Столовая порядочная. Нормальная, да? Ну, красивая. Будешь баландером тут работать? Нет. Ничего. Ничего. На экономии не надо. Я металла баландером в Москве устроиться на 2 дня. Я так и не понял, какой у нас... А, 100... Подожди. 203... 203 номер, да. Нормально. По 6,5 сутки. Нормально. Однокомнатную хату мы дороже сняли. Да. И то не в центре. Как тупо в центре Москвы. 202 вот. 202, да? А нам какой номер? 202. Правильно? Подожди, подожди. Еще раз гляну. А, 203. Чужим чувакам говорит. Прикинь, там Волразер открывает, такой заходи, мопс. Нагибайся. Заходи, нагибайся. О, нормально. Да? Ништяк? Да. А что? Нормально. А телек анимали? Да, вот, что ж анимали? Да, все. Ништяк полный. Ну, Wi-Fi тут, короче. Все дела. Холодильник. Холодильник, да. Что там есть сразу в холодильнике? Ливани, давай похороним. А что, внимание хуй? Тогда они нагрубили конкретно. Нагрубили. О, чаек можно посмотреть. Да. А сахарок, а не сахарок тоже есть? Есть, есть. Сахарок на 3 года вперед. Люди порядочные. Так. Опа, а что со светом, я не понял. Что за хуйня, блядь, а? Что, света нема, блядь? А, вот сюда, наверное, вставлять еще карточку надо. Прокинь так раз. Представляешь? Нихуя, тапочки есть. Их не у нас изводят. Прикинь? Тут надо вставлять ее, Вася, чтобы она работала. Вот так вот, блядь. Я не в курсе был. То я с тебя, блядь, прикалывался, когда ты освободился. Всякую хуйню. А что это за хуйня? Не видел в Киеве, а тут с меня можно прикол. Дорожки еще. С меня прикол тянуть. Да. Я тоже дикарь, оказывается. Смотри, сейф даже есть. Да, я знаю. Сейф положим. Ноут, хуёво. Маленький. А, маленький. Бабки можно, да, положить? Да, да, пробую. Кредитки, да? Хм.
Это порядочно. Так. Халаты даже два есть. Ну что, давай я тебя трахну с раку за новоселье. Да. А? Угу. Снимем это гей-порно, выкинем, да, по-быстрому. Хорошо. И пойдем заниматься своими делами. Ты, чтобы в приставках ходить, не видно. Да не, нахер это, сука. Это тряпчаные тапки, блядь. Я понял. Но халат я все равно одену, когда буду мыться. Одевай. Два здоровый халат. Красавчик. Да. Ой, навеки арестант. Да. Да, Мопс? Жетуха пошла, да? Да. А то кроме тюряги вонючий ничего не видел. Да, блядь. Да? Вот этот? Нет. Вот Сталинка, видишь? Ага. Вот тут бригаду снимали, да? Ну, где квартира взорвалась. Вот помнишь, где он взрывается? Да, 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 да. Вот. Вот снимали бригаду. Вот в этом дворе тут живет Агиев, Абдулла. Тут, короче, все. Вот в этом доме, да? Вот в этом доме. Внутри снимали бригаду. Нельзя трогать покойника. Да, внуку, все, прадед, если у него глаза. А, я, короче, в Кишиневской тюрьме в 95-м году был в Централе. Первый раз, 18 лет мне был. Снимай видео, да, что я они на могиле. Снимаю. Я снимаю, вот, я иду. Короче, сидела, внук убил бабушку свою родную, вытащил ее за пенсию, чтобы пенсию забрать. Ага, чтобы пенсию забрать. Да, ну, ну. Да, и слушай, Новый год был. Вот он неделю она на балконе лежала. Он ее каждый вечер затаскивал в комнату, кипяток в пизду заливал и насиловал. Какой пидор. Но в тюряге он. Наручников нет одеть на этого гражданина? Нет. Нет? Что, сымитировать надо это? Избиение блогера московским охранником. Я считаю, каждый порядочный арестант, каждый человек, который вот, ну, в нашей жизни, он должен побывать тут. Если есть такая возможность, и в Москву приезжаешь, черный заезжает. Видишь, там как сделаны, там икона в этом, видишь, Богородица, и как будто колючие проволоки, вот эти. Сделано сильно. Да. Ты меня вот, я туда у ног сяду, тут фотографируй. Да? У ног туда. Давай, давай, сади. Жизнь ворам, смерть мусорам, салам алейкум. Всем пацанам, привет бродягам, привет ворам, привет всем. Чики-така-така, пацанам, жизнь ворам, смерть мусорам, салам алейкум. Пацанам, привет бродягам, привет ворам, привет всем. Чики-така-така, пацанам, тут Новокузнецкий плавает одна. 4-4-1 хлам, тонированная, куда-то нас по кузне понесла. У континента вчера была стрела. Не, вот где 4 миллиона стоит? Вот это все 4 миллиона. Вот здесь, вот здесь. 4 миллиона евро. 4 миллиона евро. А в конце колодца вот так вот. Ну там такой 4 миллиона долларов. Вот так вот. За миллион можно купить? Можно, да? Знаешь, как в конце колодца, ну там. Скажи что-нибудь оскорбительное про этот бургер. Это Тимати, ебунка сорвется. Это бургер для педиков. Да? Ну и что ты? Серьезно вот. Советуешь педикам. Подожди. Секундочку. Садитесь, мистер. Я не вернусь в тюрягу. Тогда не надо налетов. Я занимаюсь тем, что умею. Грабли. Ты делаешь то, что ты умеешь. Ловишь меня. А нормально пожить не хочется? Это как?
Кто-то кого-то любит, кто-то кого-то губит, а кто-то с кем-то шутит, и кто-то с кем-то мутит. Кто-то кого-то лечит, кто-то кого-то калечит, а кто-то едет на мойку, кто-то живет на помойке. Кто-то поминает батю, кто-то ненавидит мать, кто-то боится конца света, кому-то на все насрать. Кто-то с кем-то из-за чего-то постоянно судится, кому-то долго жить, кто-то сегодня зажмурится. Кто-то летит в Америку, а кто-то топит в Жмеринку. Кто-то любит Ленина, кто-то Беркову и Лену. Кто-то зарабатывает головой, а кто-то ртом. Кто-то за штурвалом, кто-то за бортом. Кто-то очень умным был, но остался сносным. Кто-то курит травку, кто-то под кокосом. Вечно кто-то кого-то, и на постой кто-то с кем-то. В то время, когда ты кого-то, возможно и тебя кто-то. Кто-то с кого-то спросит, кто-то кого-то бросит. А кто-то что-то напишет, и кто-то что-то услышит. Кто-то пригнал Авдюху, а кто-то ждет Амнюху. Кто-то давно уже спит, кто-то распространяет спит. Кто-то едет в метро, кто-то на Панамера. Кто-то кому-то метит в глаз, а кто-то в мэре. Кто-то занимается культуризмом, кто-то анонизмом. Кто-то любит послушных, кто-то капризных. Кто-то смотрит сериалы, а кто-то новости. Кому-то все по барабану, кому-то нужны подробности. У кого-то перебор, а где-то недовес. Ради скуки кто-то убивает, у кого-то личный интерес. Кто-то снова чалится у дедушки Лукьяна, а кто-то на Карибах тупо в стельку пьяный. Вечно кто-то кого-то, и на постой кто-то с кем-то. В то время, когда ты кого-то, возможно и тебя кто-то. Кто-то абсолютный чемпион, а кто-то полный лузер. У кого-то сын бандит, у кого-то папа мусор. Кто-то сочиняет тексты, кто-то ворует музыку. Кто-то верен жене, кто-то изменяет мужу. Кто-то поднялся до небес, хотя и начал с минуса. Кто-то был царем, но опустился ниже плинтуса. Кто-то кого-то снова на бабки кинул, а кто-то вазу с цветами в спальне опрокинул. Кто-то прикуп скинул, чтобы не спалиться, а кто-то вовремя не смог остановиться. Кто-то с корабля напал, кто-то в рай дел попал. Кто-то кого-то поймал, кто-то без вести пропал. Кто-то потерял лаве, кто-то мимо шел и нашел. Кто-то на кумаре диком, кому-то хорошо. Вечно кто-то кого-то, и на постой кто-то с кем-то. В то время, когда ты кого-то, возможно и тебя кто-то. Не оставляй следов, даже горелых спичек. В карманах крапалей, лезвия, отмычек. Ни номеров телефонных и никаких адресов. И ни имен, ни фамилий, без лишних слов. Всегда будь начеку, ничему не удивляйся. Будь ко всему готов, никогда не расслабляйся. Всегда должна быть заначка, чтобы если что откупиться. Или же если придется, чтобы сразу смыться. Не оставляй следов, даже горелых спичек. В карманах крапалей, лезвия, отмычек. Ни номеров телефонных и никаких адресов. И ни имен, ни фамилий, и без лишних слов. Всегда будь начеку, ничему не удивляйся. Будь ко всему готов, никогда не расслабляйся. Всегда должна быть заначка, чтобы если что откупиться, или же если придется, чтобы сразу смыться. Да, таковы правила. Жесткие, да? Какие есть. Или надо заниматься чем-то другим. Я не умею ничего другого. И я тоже. Я держусь за работу. И я тоже. Пару слов я потратил. Охуенный сегодня был день. Спасибо вам, что вы у меня есть, мои зрители, подписчики. Фортумасти, ау, есть.